Я здесь был перед президентскими выборами и уже тогда дал обещание, что сделаю все для того, чтобы остановилась эта проклятая война, потому что на этом месте как раз наиболее остро понимаешь, какая была трагедия, когда воскресным утром вышли люди на базар, мирные жители, и на этом месте было убито больше 30 человек и больше 100 раненых. И вот когда стоишь на этом месте, особенно остро понимаешь, как надо скорее закончить войну. И наша политическая сила сделает все для того, чтобы это произошло, и люди жили под мирным небом, страна развивалась, и не гибли дети, взрослые, солдаты, чтобы мы закончили конфликт, вернули территории, людей в страну, восстановили целостность нашей страны. И вот здесь, в Мариуполе, на этом месте, это особенно остро ощущается. И кандидаты в народные депутаты, которые идут по округу Мариуполя, они полностью разделяют нашу позицию и будут таким передовым отрядом, потому что мариупольцы дали им задание, дали им наказ любой ценой, естественно, сохраняя наше достоинство, остановить войну. Вот у нас по Мариуполю идет боевая команда, идет Валентин Рыбачук, идет Олег Филимонов, Владислав Филимонов идет, значит, идет Артем, директор телеканала 112, который знает хорошо, как работает телевизор, теперь будет знать хорошо, как работает тоже. Идут ребята, для которых дела – это помощь людям. И вот то, что они взяли такой тяжелый на себя труд, тяжелую ношу, участвовать и принимать, сделать все для того, чтобы остановить войну, потому что каждый день им мариупольцы говорят сделать это. Это, безусловно, поступок, и я убежден, что у них получится. И если люди им окажут доверие, они сделают все, чтобы выполнить этот наказ людей. Я убежден, что мы победим, мы закончим войну, мы остановим это кровопролитие, и Мариуполь будет жить спокойной, достойной жизнью. Все хозяйственные вопросы, которые есть здесь, которые блокированы были, потому что в основном город находится под одной бизнес-группой, прежде всего экологические вопросы. Эти вопросы тоже будут решаться, эти вопросы будут получать свое освещение, потому что вот так крыша, которую накрыла город со стороны бизнес-группы и всех их сателлитов, она должна быть разрушена. Не может так быть, что город является собственностью одной бизнес-группы. И вопросы экологии, вопросы дорог, вопросы благоустройства. Все должны решаться с помощью и с участием жителей города. И наши депутаты, наши кандидаты это обеспечат. Спасибо вам большое. Какие есть вопросы? Да, хотелось бы вас поинтересоваться. Совсем скоро парламентские выборы. Есть ли какие-то уже наметки на будущие законопроекты по вопросам развития Донбасса, да, и обеспечения мира на Донбассе? Во-первых, однозначно у нас первоочередной являются вопросы, которые будут касаться мирного соглашения. База является Минские соглашения и законы, которые мы внесли в свое время в парламент, которые были заблокированы националистическим большинством, касались политического урегулирования, они будут на повестке дня, они будут приниматься, и это наша задача. Второе, у нас будет понятно, что мы выполним желания наших избирателей и снимем неприкосновенность президента, судей и депутатов. Это мы тоже будем проголосуем. Мы голосовали в первом чтении этот закон, мы проголосуем во втором чтении, и это будет реализовано. Мы примем закон, который прекратит тарифный геноцид. Тем более, что мы уже провели переговоры с Российской Федерацией, и у нас будет подписан новый контракт по газу в августе месяце, который обеспечит снижение цен и на тарифы, и на продукты питания. Мы остановим, проведем прямые переговоры с противоборствующими сторонами. Собственно говоря, мы уже начали это делать, когда освободили первых четырех пленных. Это были прямые переговоры с противоположной стороной. И мы и дальше будем это делать ради мира, ради остановки войны. Потому что мир вообще не придумал другого сценария, как переговоры, если хочешь завершить войну политическим путем, без военного. Военного пути нет. И вот ребята, которые здесь со мной стоят, которые идут на выборы, они это прекрасно понимают.
они будут тоже участниками этого процесса. И вот то, что они в Мариуполе сегодня получают заряд от жителей, заряд от людей, является залогом того, что они выполнят эти наказы. Да, еще один вопрос. Совсем недавно появилась информация о том, что жители Донбасса, у которых пострадало имущество от боевых действий, им будут возвращать деньги на восстановление домов. Речь идет пока что о домах. Может быть, вы рассматриваете в будущем какую-то поддержку с точки зрения восстановления пострадавших территорий? Так это наш законопроект, который мы внесли 1.5 года назад по компенсации за разрушенное жилье. Это надо делать, потому что вот когда встречаешься с переселенцами вот в аудитории и спрашивают, кто вернется домой, когда закончится война. Возвращается треть, поднимает руки, потому что остальным некуда ехать. У них нет дома. Нет, квартиру забрали или дом разбомбили. Обычная житейская история. Поэтому у нас такой законопроект есть, он будет принят и будет компенсация. Было несколько случаев всего, когда людям компенсировали разрушенное жилье из резервного фонда Кабинета министров. Но этого мало. И нам нужно будет сделать так, чтобы принять этот закон. Закон этот будет принят. И люди, которые потеряли имущество, потеряли жилье, они будут, это будет компенсировано. Понятно, что тот парламент этот закон бы не принял. Они там косьми легли, им эти переселенцы не нужны были, эти люди, они не видели этих. Им надо было протащить там мову, веру, там еще что-нибудь. А люди, которые 1.5 миллиона людей, они оставались без поддержки. Поэтому однозначно мы их поддержим, и этот закон будет принят.